Ой, зритель дорогой, Лёлик делал сегодня торт по рецепту с потолка. Я что-то не думала, что этот крем растекется на горячем-то тортике. Ну да, холодный крем на горячем тортике, конечно же, расплавился. Рецептик будет потом в кукпеде. Вот я его решила завидосить, потому что на телефон, наверное, как-нибудь мутно будет. И скину будет маленький ролик. Зрители, извини, что я не снимаю на камеру, когда готовлю. Последнее время, когда я готовлю, это значит, я разгружаю мозги. И я тупо хочу разгрузить мозги, чтобы дальше ими думать, печатать, тайпить, эдитить, переводить, короче, работать. Когда у меня будет вдохновение чисто вот, чтобы что-то приготовить, и при этом это не будет именно разгрузка мозга, то я и включу камеру. Вот впервые в жизни пекла тортик. Короче, крем тут у меня посоветовали в Инстаграме на мой вопль, типа, что с варёным сгущённым молоком можно сварить. Одно из предложенных было крем. Тут сливки 33% жирности, это вот. Я думала, и что можно было, наверное, эту часть убрать в этот, в контейнер какой-нибудь, и было бы еще одно мороженка. Оно у меня где потекло, где не потекло. Стояло часа два где-то на балконе, но так как у меня запчасти от винегрета были на балконе, и потом задубели, в ледик превратились, ледяные практически все стали, то я побоялась, что с тортиком будет примерно так же. Хотя у меня эти овощи пару дней там стояли. Короче, вот, сейчас я покажу, там у меня еще немножко осталось этого крема в холодильнике, и тортик я, наверное, тоже в холодильник уберу. Вообще пообещала родственникам, если оно будет съедобное, то им принести пару кусочков завтра, вот тут остаток крема, на вот его ложечки поскоблить. Ну и как бы вообще там на глубине сибирских руд, где мужики сидят и это самое делают, ну на самом деле тут мужиков нет, и они не это самое делают, потому что тут еда, а не туалет. Короче, там за ними еще у меня есть контейнер вот по типу такого с самопальным мороженым, который мы с Женькой ваяли. Но никуда ни на что не записывали. А это другие 5 ножек куриных. И я сейчас все-таки покажу вам эти ножки куриные, штуки 2 оставшиеся. Ножки уже в этом самом кукпеде, но, правда, я там фоткала на этот, на телефон, и в итоге оказалось, что очень сильно так размыто. Я сначала хотела не есть, а что-то вот сходила на турники, и второй раз, когда вечером иду на турники, потом хочу есть. В общем, тут у меня куриные вот эти, тоже от балды рецепт с потолка. Кстати, вкусно вышло. Кот у меня, так это, если бы я не дала, он бы сам, наверное, упер. Косточки, не косточки, и кожу, и мяско ему досталось. В общем, такие пироги. Всем пока, зрители!